Израиль занимает первое место в мире по количеству штрафов за нарушение карантина. Сравнительные данные представила национальная полиция, которая активно обменивается с иностранными коллегами информацией и опытом. С начала пандемии в еврейском государстве оштрафовали более 500 000 человек. На втором месте находится Италия, а на третьем – Испания. Их численность населения практически в 6 раз больше, чем в Израиле, однако штрафы там получили не более 400 000 граждан. Однако глава Минобороны Бенни Ганц считает, что все ограничения становятся бессмысленными из-за ультраортодоксов. Накануне, вопреки всем запретам, они устроили масштабное свадебное празднование в одной из ешив дней брака. Участникам торжества были выписаны штрафы в размере 5000 шекелей, а организатора вызвали на допрос в полицию, открыв уголовное дело по факту распространения COVID-19.